Доброго дня. А мені надо Карпова Марія Олегівна. По поводу чого? По поводу... Як по поводу? Мені вона надо, я їй скажу. Я ще раз питаю, яке у вас питання? Карпова Марія Олегівна у вас давно не працює. Вона не працює? Там за 19-й рік по справі керування транспортним засобом, ограничення. Записуйте номер телефона. Щас. Ноль пятьдесят. Скільки, алло? 056. Так, єсть. 443. Який далі? А ну, медленно, кажіть, будь ласка. Як медленно? Ну, щоб я мог уловити, що ви кажете. Я нормально кажу. Та ви вже лишнє кажете. Ні, та лишнє кажете. Та давайте кажіть номер. Хватить лишнє балакати, говоріть. Будь ласка, коректно все розмовляйте. Я зараз до вас приїду туди. Будете покоректно ви балакати. Добре, приїжджайте, чекаємо. Давай номер кажи. Не давай номер кажи. Я зараз туди з опергрупою прийду. По-другому будеш. Алло. Ви будете слухати, або будете балакати? Та давай вже кажи номер, скільки можна, я на вулиці, на остановці стою. Я, з тобою лишнє балакаю, що треба. Ви поняли? Здравствуйте, Украина, город Кривой Рог. Долгинцевский район, опять. Но это исполнительная служба. Судебно-исполнительная служба исполняет решение суда. Но на запрет решения суда на мою фамилию запрета нет. Управление транспортным средством. Это я уже выяснил в суде. Я написал заяву, и мне дали ответ, что никто не имеет права, вы поняли? Никто не имеет права запрещать передвижение человеку с места на место или на транспорте. Но только по решению суда. Вы поняли? Это если там что-то, где-то какие-то там были ДТП со смертельными исходами, там конфискации, еще что-нибудь. А так просто захотела и все, себе на уме. Что это такое? В 19-м году вот этот исполнитель Карпова Мария Олеговна, которая была там, почему исполнитель должна исполнять решение суда? Но его нету, этого решения суда. Она вынесла запрет мне керуванием транспортным засобом. Но мне в 22-м году патрульные мусорки были претензию предъявили. А потом еще в том году, это через год, я об этом не знал, натихаря там было. Я узнал только все недавно. Вы поняли? Сам лично я узнал. Но они мне казали, что если ты ездишь, тебе нельзя ездить. Мусора знали, а я не знал. Вот это Карпова внесла в базу, что мне запрет транспортным засобом, автомобилем. И она быстренько уволилась. Вы же услышали? Она написала, внесла и быстро уволилась. Западло сделать. Карпова, а ну расскажи, где ты сейчас работаешь? В мусарне? Почему мусора знают, а я не знаю? Судьи не знают.
А ви мусора знаєте. Так от я вам розказую. Хто мені може запретити? Ніхто. Суд такого рішення не прийме. Ви поняли? Якщо я туди прийду, кое-що покажу. Суд этого. І пошлет вас всіх нахер. Так от, Карпова, що я тобі хочу сказати? Щоб ти понимала. 1986 году. У мене подруга була Карпова. Сумані. Селючка. Коли я узнав, що вона селючка, і ще й комуністка. Поняла? Тому що селюки, вони всі туди лізуть. В мусарню лізуть, в прокуратуру. І ви ж чули, як я з цією розмовляв, селючкою, з виконавчої служби, що вона творила? Скандалісти вони всі, вони тупорилі. Я їй задаю вопрос, номер телефона, що вона мені відповіла. Ви почула, Карпова? Узнай своєї мами, жила ли вона в Кривом Рогі в общаге. От так. Так от, щоб ви понимали, селюки, вони всі комуністи, вони всі мінти. У нас город зараз одні селюки, і не тільки у нас, і в Києві, і де їх тільки нема. Слухайте продовження, як вона мені давала номера телефонів, і ті всі друг на друга скидували. До той позвони, до цього позвони. Дивіться следующий. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизиты в описании под видео.